Всем привет! Сегодня у нас на обзоре автомобиль Hyundai Solaris 2018 года с пробегом 3400 с небольшим километров. Автомобиль 1.6, 123 лошадиных силы, полная комплектация, обогрев передних сидений, задних сидений, лобового стекла. Проедем по плохим дорогам, замеряем разгон, динамику от 0 до 100, ну и покатаемся, посмотрим, как он, что из себя представляет. Итак, мы едем в город Тамбов по дороге, по которой я обычно ездил на Гранде лифтбэк. Ну, чисто для сравнения, я знаю, какая там дорога, соответственно, и как поведет себя машина по подвеске. Забыл включить камеру, делали заезд, результат был 10.64. Второй заезд был. Первые 12, не помню с чем там. Потом, когда подъезжаю уже к стрельцам, забыл, что не включил камеру. На обратном пути вот замерились еще раз. Но потом машину будем сдавать, замеримся еще раз. Время у нас есть. Кожаный руль, люксовая комплектация, наверное, со всеми пакетами дополнительными. Сейчас будет переезд с немножко подразбитой дорогой, провалившимся асфальтом. Смотрим, как наша подвесочка отработает здесь. Что ты имеешь в виду? Громче. Ну так можешь и сказать, господи, ну что ж ты как это? Я тебя не слышу, даже что ты говоришь. Ну, в принципе, громче? Подвеска, ну и сказал бы, что такого-то, ничего страшного. В принципе, подвеска отрабатывает вполне нормально. Просто я сижу рядом тут с камерой, я думаю, тут нормально будет слышно. В принципе, подвеска отрабатывает нормально, мне нравится. Автомобиль у нас практически новый, пробег составляет всего 3455 километров. Кстати, не обращайте внимания, немножко потряхивается крепление. Крепление старое, ну и оно, естественно, никак не предназначено для экшн-камеры. В принципе, подвеска мягкая такая. Провод проходит неровности незаметно. Стабилизация все еще выключена. Включим ее. Пусть работает. Едем в режиме D. О, сейчас уже включил шестую передачу. Вот что я и говорил. Скорость чуть больше 60 км в час. Уже включена шестая передача. Автомат перебирает передачи достаточно быстро и эффективно. Экономит топливо нам. Ну вот вопрос в эффективности обгона в таких случаях. То есть, когда ты едешь по трассе на шестой передаче со скоростью, скажем так, 90-100 км в час, впереди фура, нужно резко обогнать. Педаль в пол, пауза 2 секунды, машина пошла на обгон. Ну, может быть, стоит в таком случае
начинать обгон чуть раньше. Не забывать смотреть в камеру заднего вида, чтобы никому не помешать. Ну и в целях вашей безопасности. Ну и, конечно же, есть еще вариант перевести рычаг в ручной режим. Понизить передачу. Ну, в принципе, будет то же самое. Просто ты будешь это чувствовать. Ну, в городе комфортнее всего все же передвигаться именно на автомате, в автоматическом режиме. Здесь очень плохая дорога. Ну вот сейчас поедем по ней. Достаточно разбита. Да вообще. Я не ожидал еще. И очень комфортно. Почти не потрясывает. Но это не значит, конечно, что нужно такие ямы пролетать на ураганной скорости. Подвеску беречь нужно, но вот такие ямы отрабатывают прям, в принципе, очень хорошо, комфортно, мягко. Мне кажется, подвеска она более собрана, более зажата по сравнению с грантовской. Такая сбитая, крепенькая такая. Все видели, как автомобиль подъезжает к бордюру. В принципе, места достаточно там, Евгения, я не видел, не выходил. Да, остается. Ну, в общем, стандартные бордюры. Можно только штурмовать. Да, да, можно. Потихоньку вот здесь на перепаде и наверху, вот здесь на этом, сейчас он вниз упадет, и потом вот там наверху тоже. А вниз, это, нос, наверное, из-за веса вниз клюет. Знакомая веста, но
кряки защиты о дорожное полотно. Адаптивный свет, колеса вывернуты влево и горит левая подсветка. И ближний свет фар. Джейн, переверни руль влево, вправо, то есть. Прям садись и поворачивай руль вправо. Сейчас мы посмотрим, вот как колеса поворачиваются вправо и загорится подсветка. Вот. Вообще шикарно. Hyundai Solaris имеется двойной контур резинок уплотнительных, как на кузове в проеме двери, так и на самой двери идет полностью по кругу. Но подлокотник мне показался не очень удобным. Вот если его отодвинуть до конца назад, то есть рука еле локоть касается. Есть регулировка, выдвигаем вперед. Ну, все равно как-то немножко подлиннее был бы, мне кажется, было бы очень комфортнее. Ну так, подлокотник не такой уж большой, но в принципе ездить можно на дальнее расстояние. В комплектации присутствует обогрев передних сидений, задних сидений, обогрев руля, лобового стекла, климат-контроль в автоматическом режиме, кондиционер, все вместе, дисплей, навигация, камера заднего вида. Как мы видим, достаточно просторный бардачок. И он, по-моему, не охлаждающий. Да, он без охлаждения. Так, замеряем разгон. Поехали.
приходится на фотоаппарат, экшн-камера, батарейка сдохла. Приказал долго жить. Может, пока не приказал, но вот разрядился, это факт. Так что приходится снимать на фотоаппарат. Ну, в общем, что, машина чувствуется по динамике слабее, чем 1.6. Но это понятно все-таки. Разница 23, наверное, лошадиные силы. 300, по-моему. Разница, она все-таки ощущается, особенно на трассе. Ну, а так комфортный автомобиль такой же. Но люксовый больше понравился, однозначно. Вот такой у нас получился тест-драйв. Спасибо всем за внимание. Проходите, подписывайтесь. Впереди много будет чего интересного. Несколько слов который предоставил нам этот автомобиль. Это Тамбов Авто, официальный дилер автомобилей Hyundai в Тамбове. И конкретно Евгению Рыбкину, руководителю отдела продаж, за содействие.